Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы поиграем с вами в «Отель раскаяний». По-английски игра у нас называется «Hotel Remorse». Вот такое вот интересное название. Индюшка, которая должна просто будоражить наши нервы и полностью все там истребить, чтобы мы ходили сами седыми, злыми и раскаянными, как, собственно, игра у нас и называется. Поехали! Play game. В общем, если так, в двух словах, то это должно быть самое страшное, во что мы вообще, в принципе, с вами поиграем. Ну что ж, мы окажемся в неком отеле, и наша задача — найти способ отсюда выбраться. Давайте попробуем. Так. Я уже, в принципе, предвкушаю, насколько все должно быть плохо. О, блядь! Фух, уже прям эпическое начало, уже чувствуется жесть. Переплюнет ли эта игра легендарную P.T, Outlast и прочее? Фух, давайте смотреть, что у нас здесь. На тумбочках ничего, и в тумбочках, видимо, тоже. Так, можно почитать у нас записки, чтобы больше понимать происходящее. Но я думаю, что в таком ужастике нам это явно сейчас ни к чему. О, господи, я иду, и мне кажется, что этот коридор у нас реально бесконечен. Так, тут у нас ничего. Здесь вроде тоже. По привычке надо потыкаться во все двери. Так, сзади чисто. Пока что спокойно. Пока я не знаю, что тут может быть страшного, в принципе. Просто идешь себе. Пытаешься открыть хотя бы одну дверь, но они, как назло, все заперты. Да. Так, сзади ничего. Там никто не бежит, никто не пытается нас убить. Уже хорошо. Так, видите, по привычке. Такая у нас привычка. Всегда все лутать, все смотреть. Подожди. Хм, странно. Я, наверное, не буду тыкаться в эти двери. Давайте... Так, ускоряться в этой игре тоже нельзя. Я думаю, может как-то пробежаться. Ладно. А, в дальнем конце что-то лежит. Еще одна записка. Сейчас мы ее поднимем. И я уже предвкушаю, что произойдет какое-то дерьмо. О, господи. Так. Хорошо. Вот у нас записон есть. Блядь! Ёб твою ж налево. О! О! Вот так уже интересно. Что у нас здесь открылось? Что там такое? Так. Все нормально. Эта комната у нас ничем не отличается от предыдущей, только я сейчас у нас подпрыгнул. Так, пустая записка. Удивительно, но просто листок бумаги. Ничего не написано. Видимо, не успели. Настолько, мать его, игра вымораживает. Открылся? Серьезно? А вот это уже интересно. Вау, вау, вау! Не-не-не! Твою мать! Твою мать! У-у-у! Бля, где я? Я ничего не вижу. О, господи. Господи. Ладно, спокойно. Взяли в руку сосочки бобра и быстро пошли вперед. О, кричащие детки. У нас уже было это. Я же говорю, P.T и какая-то из последних игрушек, помните? Которая просто нахрен вообще вынесла воображение представление об играх такого рода. Фух. Так, еще раз давайте. Блять! Ладно, я больше читать записки не буду. Нахрена, да? Нахер. Просто нахер все это. Наверное, к лучшему, что я бегать не могу. Я бы честно убежал отсюда. Фух. Да. Что может испугать эпичнее, чем такие звуки? Так, центральная... Блядь! Ёб твою мать. Что происходит? Во-во-во-во! Не-не-не-не-не-не! Быстро! Быстро, твою мать! Быстрее, сука, быстрее! Быстро, кинцы! Открывай, бля, дверь! Так, быстро заходим. Та-та-та-та-та-та-та. Я не могу двигаться. Нет, могу. Что там, записка еще одна? Фух, наконец-то тишина. Наконец-то все это закончилось. Да. Так, господи. Я надеюсь, что все это закончится. Что тут? Тут черным-черно. Ну, я всегда в хоррорах, где очень темно, пытаюсь ходить задницей. Она у нас ощупывает все. Задницу не страшно потерять. Вот если мы голову потеряем, это будет херово. Так, ладно. Записку мы посмотрели. Давайте попробуем выйти отсюда. Мне уже реально вот напряжно в это играть. А вроде, по сути-то, ничего такого еще не произошло.
Ладно, погнали. Паранойя. Если хотите реально стать параноиком, поиграть в подобные игры. Это реально, потом спать страшно. Включаешь себе свет или что-то. Всегда оглядываешься. Это нормально. Просто поиграли в хорроры, ничего удивительного. Так, слева чисто Бляха, ты же муха. Не вернемся мы назад, друг, с тобой не вернемся. I'm coming for you. Не-не-не-не-не-не. Не надо мне тут вот этой вот coming for you. Блядь! Я бегу уже, не могу быстрее. Бегу. Блядь, там что-то есть. Беги. Что-то очень громко, по-моему, не... Очень какая-то громкая игруля. Фух, хорошо, ребята. Да, по щечкам, Брейну, по щечкам. Так, все нормально. Все, уходим отсюда. Что, не работает? Блять. По-моему, работает. Но все как обычно, через задницу. Блядь! Не-н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 е! Что произошло? Три шестерки. Блять. Ну хорошо, предположим. Три шестерки. Какой-нибудь, мать его, портфейн, да? Три шестерочки портфейн, наебни, и все будет нормально. Так. Эй, алло, гараж. Ух, наконец-то. Ну что. Уходи, сукин ты сын. Ух, хорошо. Уса. Медитация, расслабление, все нормально. Все хорошо, посмотри на свет. Вспомни про сосочки добра. Сосочки добра, бобра, я хотел сказать. Вы серьезно хотите, чтобы я туда сейчас пошел? Ладно, давай. Блять! Господи, ну обычный же скример. Ну напугал так, я показал, что сердце нахрен остановится. Чарли Бихан, молодец, реально, вроде короткая игрушка, но действительно очень страшная. В памяти о Ти-Бэге, да, это, видимо, в память об этой мышке, об этом хомячке. Хомяки не мокнут, как мы знаем, да, потому что они дома.